мы давайте перейдем теперь к нашей истории. И я всегда вспоминаю, ну, такая у нас традиция, как бы, как это называется, обратная связь. То есть, что мы предсказывали и что из этого получилось. Вот что было год назад в этом зале. Многие из вас здесь были. Мы, конечно, строили соляр России, это обязательно, это всегда. Прогнозы для страны, это святое дело, соляр президента и соляр страны, чтобы понять, что будет. И вот наши с вами предсказания, да, конечно, военную операцию вот так прям открыто мы не предсказывали. Будем объективны. Мы не претендуем на то, что мы ее предсказали. Мы ее не предсказывали, но мы говорили о другом. Мы говорили о том, что в этом соляре есть одна очень такая смущающая вещь. Это 6 терминальных градусов. Вот наш опыт построения соляров, ну не страны, а соляров людей, показывает, что с терминальными градусами надо вести 29 и 30 градусы на Куспидах. 29 и 30 градусы исключено. Вот когда я вас учил соляристике, то я говорил, что ну, у нас есть критерии плохого соляра определенные. Ну, там злая планета в угловой точке, солнце в восьмом доме, если плохой соляр. А с терминальностями мы как-то так, ну, нехорошо, ну, лучше бы не было, но не было такого, что я говорил, исключено полностью. Сейчас я могу вам точно сказать, что если в соляре хотя бы одна линия, хотя бы одна пара домов, 29 и 30 градус, а все остальное красивое. Солнце не в восьмом доме, злых планет нет на углах, все равно надо бежать. Потому что терминальные градусы, может быть, это нечто, чего не то чтобы не знал Волгин, но время меняется и меняются как бы воздействия астрологические. Меняются. У меня, кстати, для вас столько уже нового за это время, пока мы не виделись. Произошли большие перемены в разделе астрология планет, в разделе астрология звезд. И все это до вас донести, даже до тех, кто все это хорошо помнит, есть новое. Вы же знаете, наша наука замечательная, великая, многовековая, она не стоит на месте. И все новинки я стараюсь доносить до вас. Так вот, одна из таких, если можно выразиться, новинок, это то, что если в соляре хотя бы одна линия. Одна линия, я имею в виду, что у нас же куспиды противоположных домов в одинаковых градусах всегда. Первый – седьмой, второй – восьмой. Если там стоят 29 или 30 градус, то бежать, если можно, конечно. Бежать, ну, в смысле, переезжать, уезжать на день рождения, потому что беда большая. Беда большая. Ну вот о чем и речь. Да, а вот что было в соляре России на прошлый год. Это возвращаясь к тому, что да, мы не предсказывали явно, ну это из книжки прошлогодней, спецоперацию, но 6 терминальных градусов. 6 это значит сколько линий? 3. Нет, 3 линии. А сколько всего у нас линий? 6. Вижу, что непонятно. Домов 12. Значит, линий этих вот 6, так половина соляра это значит, так или нет? Да. Терминальная. И мы написали, да, мы не писали военная история, но мы написали, что Россию ждет катастрофа. Да, мы не расшифровали, какого характера катастрофа, но то, что ее ждет катастрофа, мы все-таки предсказали. Потому что были терминальные градусы. Так что, коллеги,
Ну, я думаю, пора посмотреть. Правильно, правильно. Страна не человек. В стране, чтобы переехать... Нет, есть способ. Какой? Перенести столицу. Потому что соляр страны составляется, как и любая карта астрологическая, она не составляется в никуда. Мы должны знать дату, время и место. Да, это если бы страна перенесла столицу, у нее бы соляр поменялся. Ну, естественно, это смешно даже обсуждать, чтобы Москва перестала быть столицей. Поэтому вы правы. Соляры большинства стран, не только России, они, в принципе, фатальны, потому что мы никуда не можем от этого уехать. То есть это как судьба, это как вот рок, который пришел. Ну, в общем, вам все понятно. Давайте посмотрим соляр 2023 России и попробуем сделать какие-то выводы. Вы помните, что соляр страны составляется на всегда весеннее равноденствие. Вот я помню однажды, ну я же мунданную всегда вчитал в конце, весной на третьем курсе, ходить не хотят. А как же неинтересно, если соляр страны дикий, а твой персональный хороший, ты что думаешь, что соляр страны тебя, да, тебя не касается и тебе не важен? Да, соляр страны сильнее персонального, сильнее, потому что эти энергии насколько мощнее, чем индивидуальная натальная карта. Птолемей вообще говорил, что когда изучают астрологию, надо начинать с мунданной, а потом переходить к индивидуальным гороскопам. Сначала нужно понять, что со страной происходит, где ты живешь. Он считал, что так правильно. А потом уже свой маленький уголок счастья. Потому что если в стране не очень, то свой маленький уголок счастья, он как-то ненадежно выглядит. Но я, когда строил программу обучения в нашей школе, я понимал, что, конечно, людям будет неинтересно про страну, а нужно как бы интересно про свои натальные карты. Хотя, как специалисты, мы с вами должны понимать, что это неправильно. Что начинать надо с судьбы страны, а от нее уже идти к своему гороскопу. Ну вот, вашему вниманию, соляр России на 2023 год, это 21 марта 2023 года, весеннее равноденствие, солнце войдет в знак Овна вскоре после полуночи. Ну, в соляре страны должны быть все по нулям Овна. Ну, это у всех стран. Соляры всех стран, они одинаковы по положению планет. Отличаются только домами. Планеты в знаках у всех одинаковые. Ну, давайте посмотрим. В этот раз терминальных градусов нет. Слава Богу. Нет, на Курске, да. На планетах они будут у всех стран, потому что это космограмма. А у всех весеннее, это не только же соляр России составляется на 21 марта, это соляр всех стран, только разные куспиды домов. В прошлом году был тихий ужас, было 6 терминальных градусов. В этот раз терминальных градусов нет, это уже хорошо, но все под горизонтом. Все под горизонтом, над горизонтом только Марс. То есть единственное, что можно будет сказать с уверенностью, это то, что военная спецоперация продолжается. Все остальное будет находиться в абсолютно непонятном
ну, все под горизонтом. Но, кстати, в генитуре России, которую мы тоже с вами изучали, помните, это декабрь 91 года, ну, когда СССР прекратил существование и на его место вставили Россию. Там тоже все под горизонтом. То есть для современной России ситуация акцента нижней полусферы, она нормальная. У нас всегда непонятно, как живут люди, как живет страна, чем живет. У нас это привычное состояние, все где-то там глубоко, в глубинах каких-то. А над глубинами только Марс. Причем Марс в седьмом доме. Поэтому мы приходим к выводу, что сразу, что, видимо, видя такой Марс, все же хотят от астрологии услышать прогнозы, ну, как бы дату окончания чего-то такого. Даты, конечно, никакой и нет, и быть не может. Потому что Марс в седьмом доме означает, что ситуация продолжается, и ничего меняться здесь не будет. Вообще, обратите внимание, весной, когда вот будет весеннее равноденствие, будет наблюдаться какое-то невероятное скопление, сгущение. Практически то, что называется парадом планет. Такое редко бывает, когда 10 планет, у нас их всего 12. 10 из 12 планет, они будут находиться всего на территории трех знаков зодиака. Что, конечно, вот это вот сгущение означает высокую концентрацию людей и событий. Концентрация людей и событий. Но это все лирика, а физика выражается тремя нашими любимыми буквами, которые я уже популяризировал на весь свет. Это наши три любимых важных буквы Х, Б, О. Харизма, булки, остракизм. Можно долго думать, но эти расчеты нам сразу покажут всю ситуацию. Давайте, прежде чем посчитать харизму с булками, в этом соляре вспомним, я потому что в новой книжке этот уже не давал вот эту таблицу, но это мы вот по годам отслеживаем, как в России было с харизмой, булками и остракизмом на протяжении последних лет, вот на 2022 год, чем еще смущал соляр, помимо терминальных градусов, было 4-7-4. Кто скажет, это хороший признак, когда остракизм уравнивается, это всегда плохой признак. Напомню, что при расчете переезда, когда мы делаем релокацию, кстати, это слово тоже у нас подхватили, только мы его употребляли, но у нас, как говорится, безвозмездно крадут, я имею в виду люди, там, журналисты, политологи, социологи, крадут материалы, начинают его использовать как свой. Они теперь всех уехавших из России называют релоканты. Но мы слово релоканты не употребляли с вами, мы говорили релокация, пересчет харизмы булок. А если говорить кто, как называется переехавший? Релокант. Но это они у нас слямзили этот термин релокация. 4-7-4. Цифры были нехорошие. Вот эта семерка, экономика, булки, экономика, планеты в последующих домах, эта семерка помогла России удивительным образом, все удивляются, как при тех санкциях и ограничениях экономика России демонстрирует рост. Это феномен, о котором будут в этом году написаны книги и защищены диссертации, что, мол, в чем секрет? Везде все, как бы, кислород перекрыли на международном уровне,
а экономика демонстрирует рост. Экономисты объясняют это типа тем, что у нас большие запасы прочности. А я думаю, что тут астрология помогла, потому что 7 баллов было. Харизма лидера. А, нет, мы сейчас про булки говорим. А вот с харизмой как раз дела были нехороши, и она была равна астракизму. И теперь нам нужно с вами посчитать цифры 2023 года. Кстати, в 2022 году, посмотрите, пожалуйста, экономика России развивалась интенсивнее многих предшествующих лет. Последний раз 7 баллов было только в преснопамятном 2014 году, а потом, да, в год Олимпиады и в год начала всей вот этой вот истории с Крымом и Украиной было 7 баллов. А потом экономика России все последующие годы, она стагнировала на уровне 3-4 балла. И только в нынешнем году вдруг она взметнулась до семерки. Кстати, я вам хочу сказать, семерка очень помогла. Если бы тут была не семерка, а 3 или 4, как все предыдущие годы в экономике, то при всех тех санкциях и прочем, ситуация экономическая была бы намного тяжелее. Все равно есть дырища в бюджете, все равно без нее не могло быть. И чтобы эту дырищу закрыть, резко девальвировали, ну резко, но не так намного, за последнюю неделю девальвировали рубль, наш Минфин, ну то есть, что он был 62, еще меньше был. А сейчас уже он снова выше 70, но это копейки по сравнению с тем, каким бы он мог быть, потому что горячие головы пророчили 120 рублей за один доллар. Ну, по весне были такие страшные прогнозы. Вот. Семерки, спасибо. Посмотрим, что уготовано нам в 2023 году. Итак, соляр России на 2023 год. Я сразу вам озвучу цифры. Харизма 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 харизмы. Было 4. 7 харизмы. То есть, да, тут харизма хорошо. А вот с булками, да, как сейчас будет. Потому что я последние годы наших первокурсников учу, что в эпоху Водолея булки как минимум не менее важны, чем харизма, а скорее даже более важны, потому что фиксированные знаки их эпохи – это эпохи культа Золотого Тельца. Христом Богом уже не проживешь. Это в рыбах можно было Христом Богом прожить и как бы, ну как-то уметь существовать без материальных ресурсов. В эпоху Водолея эти номера не проходят. Все должны заплатить, а как они это сделают, их не касается. Итак, харизма 7. Сколько булок? Сколько булок? Ну, то, что харизма 7, это, конечно, неплохо. Это значит, что как бы повышается харизма, то есть Россия каким-то образом свое имя, свое, так сказать, имидж, популярность, да, повышает. Что с булками? Раз булка, два булка, все, коллеги, вижу две булки, да. А было 7 в этом году, то есть получается, что, да, коллеги, с булками картина вырисовывается нелегкая. И астракизма получается 1, 2, 3, 4,
5. Так, кого упустили? А нет, пардоньте, я и виду не заметил. Булок 3. Три булки. Булок 3, но все равно, конечно, маловато. Это мистика какая-то. Все последние годы, уже десятилетия, у России то 3, то 4. Только вот два раза было по 7 булок в 2014 и в нынешнем году. Вернулись к привычной тройке. То есть прогнозируем, но не спады, как не прям такой прям спад, но прогнозируем, что рост экономики затормозится. Сколько астрофизма? 5. Раскладка так себе. Потому что правило гласит, астракизм не должен быть равен или больше ни харизме, ни булкам. Такая картинка плохонькая. Если бы это была натальная карта, и натив бы думал уезжать ему, ну, переезжать жить в другой город или нет, то мы бы сказали да. Потому что, ну, конечно, 7 харизмы неплохо, но клевать-то тоже много будут, и булок маловато. А булки сейчас не менее важны, чем харизма. Есть, правда, и позитивная. 7 больше 5. Тут позитив в том, что как бы восстановление имиджа, славы, вот это вот, да. То есть все-таки, что харизма в этом году, харизма равна астракизму. То есть астракизм сжирает всю харизму, а не вровень. А в следующем году харизма повыше, это радует. Но булки проседают булки. Думаю, вывод понятен. Вывод понятен. Что из позитивного еще? В этом соляре содержится великолепный прогноз на деторождение. Давно такого не было. Россия идет по демографическому спаду уже много лет. Уже много лет идет. И эта проблема нерешаемая, но материнский капитал ее решал. Но там то дают, то не дают. А вот смотрите, Венера в 5-м доме в соединении с Северным узлом. То есть мы ожидаем, что в 2023 году, уж не знаю, каким образом, кто матери, кто отцы, но каким-то образом новые граждане нарожаются в большом количестве. В большом. Вот это, да, вот это вот прогноз позитивный. А это на Господе не сделает, что это обманное ожидание? Не, ни в коем случае. Эрида, конечно, будет сильно влиять. Она сильнее, но Венера с узлом пробьются. Обязательно пробьются. Эрида, это, я думаю, очередные мошенства с материнским капиталом. Да. Близнецы, может быть, да. Мошенство, ну, и так далее. Коллеги, у меня для вас интересное есть. Давайте посмотрим, это мы тут рядом, нам легко это поменять. Соляр на Киев и на Минск. Потому что карта-то та же, только город поменять, они похожие будут соляры, разумеется. А соляры региона также можно? Не могу сказать. Региона. Думаю, что нет, потому что регион не является самостоятельной, ну как бы он зависит от Москвы, он все равно под Москвой, поэтому не знаю. Но можно поэкспериментировать, если вам будет интересно составить соляр региона. Нет, мысль очень конструктивная, на самом деле, да, чтобы понять, как регион в рамках вот этого всего. И Ирина, кто руководит? Лукашенко сказал, что год будет великолепный. Сейчас мы сделаем великолепный. Сейчас мы великолепный соорудим, такой великолепный, который надолго запомнится. Коллеги, разница соляров Москвы, Минска и Киева, конечно, невелика. Да, только в линиях. В линии чуть-чуть будут смещены. Поэтому нам надо запомнить сейчас с вами,
как вот тут, вот тут вот все будет актуально. У нас в третьем доме Сатурн, Луна, Нептун, а уже Солнце, и дальше оно в четвертом доме. Между прочим, еще один позитивный прогноз, это то, что, я думаю, цены на новостройки станут более оптимизированными. Очень хорошие планеты в четвертом доме, и в силу того, что огромный спад происходит на рынке продаж первички, я думаю, что первичка повернется к лесу задом, а к покупателям передом, и цены каким-то образом соптимизируются. И не в смысле, что квартиры всем будут дарить на улице, но, да, но там оптимизируются, да, условия. То есть это удачный год для покупки недвижимости. 2023. После 21 марта. Ну, разумеется, это все после 21 марта, это все прогноз после весеннего равноденствия. Итак, соляр на Киев. Дело в том, что Киев же живет по другому времени, и наши опасения о том, что разница, ну я про свою любимую больную тему ЖМТ, до добра не доведет, и в общем до добра не довела. Когда мы много лет говорили, что не могут три братских столицы, трех братских народов жить по разному времени. Это ненормально, неестественно и к хорошему не приведет. Москва и Минск живут по одному, по одинаковому времени, а Киев еще тогда, с 90-х, живет по времени бездекретного, поэтому разница в один час. Но летом Москва и Киев одинаковы, потому что Москва отменила летнее время, а Киев, наоборот, продолжает на него переходить, и полгода мы одинаково, ЖМТ плюс 3. А зимой, 21 марта, это еще к зимнему периоду относится, Москва и Киев, то есть Россия и Украина, отличаются на один час. Поэтому нам нужно будет скорректировать время включения соляра, потому что тут ЖМТ плюс 2, и на один час надо будет скорректировать. Каким образом? Получается, что в Киеве будет еще 20 марта и 23 часа, когда в Москве будет уже 21 марта 0 часов. Понятно ли? Ну, нам надо, чтобы правильный был соляр, а правильный соляр — это чтобы все было по нулям. Овна, 0, 0 и 0. Итак, давайте смотреть. Ну, похожие соляры, как я и говорил, но соляр на Киев, он страшнее, чем на Москву. Кто видит страшилку? Да, то, с чего я начинал, что современный опыт солярист, да еще и восьмого дома, да еще и восьмого, не какого-нибудь там тебе пятый, одиннадцатый, ну и разумеется, и второй тоже, а как без этого? То есть одна из линий терминальных градусов. А это всегда ситуация катастрофическая. Дальше. Что по поводу харизма и так далее. Первый дом, как и у Москвы, пустой. Но вот тут вот, смотрите, по куспидам. У Киева, вот то, что частично было у Москвы в третьем доме, оно в соляре на Киев, все вошло, то есть стеллариум еще больше усугубился. А это все в харизму идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Марс, десять харизмы, если я не ошибаюсь. 10 харизмы. То есть что получается? Получается, что вот этот как бы пиар и, ну, борьба за привлечение сторонников
которая на международной арене ведет Москва и Киев, на 3 балла разница, это очень много. Вообще 10 харизмы это колоссально. Это колоссально, да. То есть продолжится вот эта как бы вся политическая история, и еще в большем формате. 7 это немало, но 10 это... Вот. Зато булки, булки давайте посчитаем. Булки также... Также это вот Эрида, Венера и Плутон. Нет, да, и Плутон, правильно. 3. Да, булки одинаковые, а астракизма 2. Коллеги, а смотрите-ка, цифры, да, уже как бы без комментариев понятно. 10, 3, 2. Конечно, хлеба мало, но харизмы очень много. Астрофизма всего 2, но при этом терминальные градусы 2-8 дом. Если бы вы меня спросили, что бы я из этих двух вариантов выбрал, первый вариант, где циферки не очень, но нет терминальных градусов, или второй вариант, где цифры получше, но есть 2-8 дом в терминальных градусах, то я бы затруднился. Может быть, я первый бы предпочел второму. Потому что, да, цифры хорошие, но катастрофа неминуема. Второй раз, да, катастрофа неминуема. Не говоря уже о том, что Марс, помните, он у Москвы был в 7 доме. А у Киева он тоже в 7, но он что? Максимально приблизился к Куспиду 8. То есть и у Москвы, и у Киева Марс в 7 доме. Это значит, что история не прекращается ни с одной из сторон. Так или нет? И теперь соляр на Минск. Потому что сегодня мы делаем такой... А этамин никак не поможет на пустыне? Ну, коллеги, этамин это прекрасно. А что им помогать? У них и так булки больше астракизма. Да, помогать надо тем, у кого... Булки. Вот нам надо помогать. Нет, ну что у них в терминальном градусе? Второй. Ну, звезды, я вам рассказывал. Анализ звезд в соляре – это вопрос открытый, дискутабельный. Надо ли анализировать звезды, потому что звезды неподвижные, они на много лет... рассчитаны. Соляр это карта, которая действует всего один год. Это открытый вопрос. Это уже на ваше усмотрение. Принимать ли в соляре во внимание неподвижные звезды. Итак, соляр на Минск. Возвращаем с вами сейчас дату и время, потому что, как я сказал, Минск перешел в свое время благодаря мудрости Александра Григорьевича, который действительно, я говорю об этом без иронии, человек, который был колхозником, вырос без отца, потом работал учителем в школе. Ни в коем случае не хочу сказать плохо про учителей, но я имею в виду, что звезд с неба не хватало. Обладает немалой мудростью. Еще до Крымско-Донецкой истории он почувствовал, хотя ничего не предвещало, холодок от Москвы идущий, от Кремля. И почувствовав этот мистический холодок, он понял, что ему надо Беларусь как-то спасти и защитить. Как это сделать? Он вернул декретное время. Беларусь, как и Киев, как и Украина, отменила в 90-х декретное время, то есть Минск жил по тому же времени, что и Киев. А Москва, я вам рассказывал, тоже отменила, а потом Борис Ельцин вернул декретное время. В феврале
92-го. Мы всего год пожили нормально без декретного времени. И Лукашенко, почувствовав мистический холодок, срочно перешел жить по тому же времени, что живет Москва. Тем самым как бы себя обезопасив. И вот Саперно-Минск. О, ужас! Марс вкатился. Понятно или нет? Как непонятно? У Москвы и Киева он в 7-м, а здесь в 8-м доме. По-моему, понятно. По-моему, понятно, что... Ну, кстати, терминальных градусов нет. Вот, кстати, по расчету, по-моему, здесь... не так, как у Украины. Тут 4 булки. 4 булки, да-да-да, Юпитер в 5-м. Там похоже на Украину, но булки 4, астракизма 2, а харизмы 9 получается. Там не только 4 булки, там еще соединение Юпитера с Хироном. Но это уже аспекты. Это уже аспекты. А мы пока анализируем цифры. Мне кажется, вот из этих 3 у Минска самый оптимальный расклад, потому что чуть-чуть побольше булок, при этом большая харизма и маленький астракизм. Но Марс в 8-м доме. И вот этот Марс в 8-м доме, он, по-видимому, означает, что все-таки каким-то образом... Ну, вот дальше уже не знаю, как сказать. Ну, это мне показалось это интересным, поэтому я вам это показываю. Что вот три страны, у 2 Марс в 7-м доме, а тут все-таки в 8-м доме. А можно еще Варшаву глянуть? Да, Польшу как? Польшу хотим. Польшу хотим. Необолитика. Смотрите. Так, до Вашингтона дойдет. Польшу там рядом. Харизмы у нас меньше. Даже чем у Минска меньше. Не говоря уже, чем у Киева в 2023 году. Но то, что высокие харизмы у всех 3 столиц, означает, что накал дебатов и словобрений будет только повышаться и возрастать. Ну, то есть, все это будет переходить в область очень серьезных политических дискуссий и так далее, что мы будем свидетелями многих интересных перемен.